Компания «Трансстрой» приглашает на работу в город Сургут. График вахтовый, зарплата достойная. Телефон 8-992-336-07-93, 8-992-336-07-94. По прогнозам синоптиков, 25 апреля в Анапе ожидается облачная погода с прояснениями. Температура воздуха днем 14-16 градусов выше нуля. Ночью 10-12 градусов со знаком «плюс». Ветер южный до 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление 770 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 12 градусов.